Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в СХП «Победа» Красногвардейского района Ставропольского края, одно из хозяйств агрохолдинга «Энергомера». Добрый день, Дмитрий Валерьевич! Добрый день, Александр! Расскажите, пожалуйста, какие площади в вашем хозяйстве, какие культуры вы выращиваете и на какие культуры вы делаете ставки? В нашем хозяйстве 35 тысяч гектар. 50% – это озимая пшеница, 20% – это подсолнечник, 20% – это горох и 10% – это кукуруза. Одна из культур, которая приносит нам стабильный доход и является самой маржинальной культурой – это подсолнечник. Какие основные факторы могут снижать урожайность в вашем хозяйстве? При выращивании подсолнечника я могу сказать, что самое основное – это защита семян. Какие вредители встречаются? Ну, в основном это подсолнечниковый долгоносик и проволочник. Какую технологию защиты семян вы используете на подсолнечнике? На сегодняшний день на подсолнечнике для защиты семян мы используем Cruiser Force. С чем может быть связана потеря густоты в вашем хозяйстве на подсолнечнике? Ну, так как у нас интенсивный севооборот и подсолнечник приходит на четвертый год, мы связываем в основном потери это с почвенными вредителями и болезнями. В этом году мы наблюдали, что те вредители, которые накопились за тот период в нашем хозяйстве, обработка семян позволила нам исключить поражение семян этими вредителями. То есть мы не фиксировали угнетение или потерю нормы высева. Расскажите подробнее про технологию Cruiser Force и почему вы решили покупать семена в более дорогой обработке? Ну, технологию Cruiser Force мы используем недавно. Этой технологией мы воспользовались только в этом году. Из наблюдений наших и нашего агрономического состава мы все-таки фиксировали большое скопление всех вредителей. И при использовании, так как наше хозяйство использовало технологию no-till, накопление тех вредителей угрожало потере всходов. Поэтому, взвесив все факторы, мы пришли к этой технологии.